Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Duda Play, и мы продолжаем играть в игру Zombie Tsunami. И у нас есть на сегодня задания. Сейчас я посмотрю, какие задания. Так, задание у нас до третьего туннеля добраться и попасть под колеса автомобиля. Ну, под колеса автомобиля это легко, а до третьего туннеля будет сложнее. Ну, я не думаю, что сложно, мы до него дойдем обязательно, до третьего туннеля. Это ж не десятый туннель, правильно? Все, монетки сейчас заберем. Максимально... Ох, одну оставили. Ищем третий туннель. Так, это второй туннель. А нам нужен третий. И нужна нам машинка, чтобы щелкнуться под машинкой. Так, гигант, гигант. Что-то нам гигантов надо сделать. А, ничего не надо гигантам. Мы уже делали что-то с гигантиком. Просто идем и все разрушаем. Съедаем зомбариков. О! О, кончается зомбарик. Кстати, а я же умер после попадания под колеса движущегося автомобиля. А умер что, вообще умереть что ли надо? А, надо вообще умереть. Одного мало зомбаря. Так, все, третий туннель мы дошли до третьего туннеля. Теперь надо еще постараться умереть. Ага. Ну ладно. Сейчас посмотрим. Нет, нифига не смогли мы умереть. Нас слишком много, потому что. Тогда, значит, надо пропустить половинку зомбариков. А, они тоже нам не дадут умереть под колесами машины. Что они мощнецкие. Все, видишь, они все разрушают. Да, задание мы сейчас не выполним. Ну ничего, тогда просто будем монетки зарабатывать. И эти мозги собирать. Вот, теперь уже интересней. Теперь можно нам поискать машинок. Где машинки, когда они нужны? О, все, нас теперь двое. Теперь ждем машинку, машинку. О, где машинка? Прыгай, прыгай. А, не прыгнулась. Ладно, не будем тратить мы. Ничего пока не будем тратить. Так, это мы... О, ликер из нервов, давай, что там откроем? Вы разблокировали новый эпизод. Эпизод? Ух ты, спасибо. Так, а ну-ка, что тут еще? А, пропустить эту задачу с помощью функции пропустить задачу с магазина. А, выиграть два приза по одному лотерейному билету. О, ну это, в принципе, легко. Ага. Угу. Тут пока ничего нет. Ладно, идем дальше. Можно было эпизод открыть, но ничего не страшного, сейчас мы откроем. Нам нужно умереть под колесами машины. И мы должны эту машину еще найти. Не так-то легко ее найти, во-первых. Ну, сейчас будем стараться искать. Какое задание у нас? Под колесами зомбарей убить. Знаешь, такие задания, когда ты обычно всегда так их выполняешь, а когда надо сделать прям, вот тогда сложно. Я тогда буду стараться сильно много зомбаков... А, смотри, у нас открылась эта отстейки, она автоматически открылась. Интересно. Мне его покупать не надо было. О, давай, еще одна машинка и все, и я выиграю. Так, кто там у нас? Ниндзя! А ниндзя, кстати, тоже может умереть под машинкой. Во! Есть! Теперь ждем машинку. Сейчас, как назло, машинка не будет появляться. О, сколько много этих чуваков. А вот и машинки. Одна была только. Обычно их тут много. Ладно, сейчас так у нас двое, да, чуваков. Так, ждем автомобиль. О,
Все, задание я выполнил. Да, умрите под машинкой. Умрите после попадания под колеса движущегося автомобиля. А теперь мне нужно еще сделать, пропустить это задание из магазина. Заходим в магазин. И здесь ищем пропустить задание. Вот, пропустить задачу. А что это значит? Пропустить задачу 12 тысяч, пропустить задачу 2500, пропустить задачу 12. А, это номер уровней. Первый, второй, третий. А у нас какой там? Подожди, задача под каким номером? Под вторым. Угу. Под вторым. Так, ладно. 2500 стоит. Есть, отлично. Выполнили мы это задание. Так, а ну-ка, что у нас тут? Ага, выиграйте 2 приза по лотерейному билету и уничтожите 15 объектов с помощью цунами. Мне нужен, значит, бонус цунами. И нужно побольше мне скушать мозгов, чтобы мне открыли лотерейные билетики и я в них что-то мог выиграть. 2 приза надо выиграть, офигеть. Постараемся. Так, сколько у нас? 4 мозга. 4 мозга. Немного. 4 мозга. 5 мозгов. Угу. Мне нужен цунами. Где цунами? О, все съели. Отстейки. Видишь, у нас появились отстейки. У нас раньше не было отстейков. О, цунами, есть, отлично. Теперь нам нужно 15 объектов разрушить. О, 3, 4. 4 объекта точно есть? 5. Если это считается вообще. 6. 7, 8, 9. О, да, скоро. Еще немножко, и мы выполним задание. Да, выполнили задание. 15 объектов, нифига себе. Ни больше, ни меньше. А 15 объектов нам нужно было уничтожить. Так, толпа такая бежит. Монеты соберем. О, толпой удобно собирать монеты. Так, что здесь? Ниндзя! Опа! Так, а у нас задания по ниндзям нету сейчас. Кстати. Ух ты. Молодцы. Так, заканчивается время. Ага. Ой-ой-ой-ой-ой. Бомбочки. Аккуратно. Так, машинки пошли. Ой, мы теряем. Мы теряем зомбаков. Конкретно причем. Так, машинку берем. Идем дальше. Автобус тоже берем. Он нам пригодится. Нам нужно побольше мозгов собрать. О, сумасшедшие зомби. Так, а здесь что у нас? А, квартербеки. Давайте. Попрыгаем. И все поразрушаем. О, хорошо. Мне нравится, что они все разрушают. Квотербеки. Мощные такие. Так, мне нужно побольше. О, все, заканчивается волшебство. Все. Теперь обычные зомбачки. Которые прыгать не умеют. Аккуратно прыгайте. Опа. Есть. Так, что у нас там получается? Куча монет уже. О, автобус, вонючка. Помешал мне. Так, прыгаем. Нормально все. Сейчас все будет хорошо. 3 зомбака уже. Ой, потеряли одного зомби. Так, здесь надо аккуратненько, внимательно прыгать. Эх, убили. Убили ни за что, ни про что. Так, ну, я надеюсь, лотерейный билет мы все-таки откроем сейчас, нет?
А имейте в наличии одного зомби в шляпе. Ковбойская шляпа. А, ковбойская шляпа нам нужна. Ковбойская шляпа. Сейчас мы это сделаем. Так, выиграть надо два раза. Ах ты, ё-моё, не получилось. Ну, ничего страшного. Так, давайте зайдем в магазин. Выберем только ковбойскую шляпу. Зомби-кепка снимаем. Так, ну, вроде бы все. Миссия от стейки мы взяли. Вязаная шапочка. Ой, там еще сколько много всяких шляп у нас куча. Кстати, добавили шляп вообще много. Панама, космический шлем даже есть, представляешь? Офигеть. Это что-то новенькое. Потому что этого раньше не было. Так, ну, а как нам эти кристаллики-то заработать? А, нам не дают кристаллики, и все тут. Да, бонус. А, можно еще и прокачивать как-то, да, ее? Бонус зомби-птица, коробка. Продлевает бонус на 4 секунды. Угу. Ладно. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал обязательно, кто это еще не сделал. Ставьте лайки этому видео обязательно. Ну и передавайте приветы. А всем пока-пока.